как готовятся общественные наблюдатели в Чувашии к предстоящим выборам президента России, как осуществляется взаимодействие с избирательной комиссией, насколько готовы избирательные участки, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть ли какие-то обращения на горячую линию в избирательную комиссию? Эти и другие вопросы обсудили сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод посещает нашу республику уже не в первый раз. Лет, наверное, 10 назад проводили здесь круглый стол по межнациональной тематике и наблюдаем тоже за процессами. Хорошо, что есть Дом дружбы. Ситуация в вашем регионе стабильная в межнациональном плане. Очень важно, что уже с давних пор уделяется очень серьезное внимание вот развитию межнациональных, межрелигиозных связей. На этот раз главная тема – грядущие выборы президента России. Подготовка к проведению избирательной кампании ведется в плановом режиме, сообщил глава региона. Мы на сегодняшний день с Центральной избирательной комиссией рабочие встречи проводим. Соответствующие решения, которые должен был подписать как глава региона, я подписал. Мы должны создать максимальные условия, максимально комфортные условия для работы и участковых избирательных комиссий, и территориальных избирательных комиссий, и самой Центральной избирательной комиссии. Очень важная часть предвыборной кампании и, собственно, самих выборов – общественный контроль со стороны гражданского общества. Напомним, что в декабре прошлого года Центральная избирательная комиссия и Общественная палата Чувашской республики подписали соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании. Центральная избирательная комиссия в сотрудничестве. Мы с ЦИК очень плотно работаем. Определились, что сейчас идет активное формирование корпуса общественных наблюдателей. Несколько дней назад подписали договор с 20 некоммерческими организациями. Кроме того, у нас появился такой хороший институт, как общественные советы при муниципальных органах власти в Чувашской республике. Корпус этот тоже сформирован. Чтобы общественный контроль был на уровне, московские эксперты подготовили свои рекомендации. Выпущено даже специальное пособие. Планируется обучить около 2500 человек. Обучение будет вестись на базе РАНХИКС в Чебоксарах. Александр Брод встретился также с председателем Центральной избирательной комиссии Чувашии Александром Цветковым. Старт избирательной кампании хороший. Я надеюсь, что она пройдет в таком интенсивном рабочем ключе. И наблюдатели от общественной палаты сыграют серьезную роль в обеспечении прозрачности и законности выборов. Со своей стороны мы будем всячески помогать, снабжать информационно-методическими материалами. В случае проблемных вопросов также подключаться, советовать, консультировать. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.